Рок жив. Вскоре ивановцам в очередной раз придется в этом убедиться. На подходе 4-й межрегиональный рок-фестиваль «Антифабрика». В этом году, как и в прошлом, он будет приурочен к Дню молодежи. За 4 года своего существования фестиваль стал стартовой площадкой для многих талантливых групп. Нелегкий труд жюри первичных отборов и оргкомитета дает возможность отобрать лучших из лучших победителей. И уже этот фестиваль включает в себя не просто, скажем так, выступить на сцене и раскрыть себя, а этот фестиваль уже несет некую соревновательную функцию лучших из лучших, которые уже стали победителями отборочных туров, которые себя уже заявили. В этом году в конкурсе примут участие 24 группы, тщательно отобранные оргкомитетом. Среди них известные ивановские команды, а также гости из Москвы, Владимира, Ярославля, Вологды и Нижнего Новгорода. Обязательным условием для всех участников, как и в прошлые годы, станет живое исполнение. Никакой фонограммы на «Антифабрике» никогда не было и не будет. В качестве хедлайнеров фестиваля выступят известные в рок-кругах коллективы. Команда «Сейф» из Палиха, которая явилась победителем фестиваля прошлого года. Группа замечательная из Санкт-Петербурга «Тролль гнет ель». Группа «Монгол Шаудан» и легендарный вокалист, исполнитель Артур Беркут со своей новой группой. Он известен слушателям по работе в таких командах, как «Автограф» и группа «Ария». 23 июня на сцене под открытым небом на бульваре «Какой» конкурсанты и хедлайнеры будут выступать в течение всего дня с 12 до 23 часов. И это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.